Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть в Kingdom Spooky Lands. И в прошлой серии тоже был Spooky Lands. И мы немножко продвинулись с вами в правую сторону. Давайте продолжим. Традиционно показываю вам карту, у нас все открыто. Напоминаю вам, что мы выживаем. Мы не строим корабль, ничего. Кто хочет посмотреть прохождение и увидеть все нюансы по этим иконкам и по этим персонажам, там все разъясняется, все объясняется. Ссылка на плейлист в описании под видео. Погнали дальше. Так, чувак, ты куда бежишь? Строитель, куда ты бежишь? Да, у нас осень и какой-то 50-й, по-моему, день. Или какой? Что-то типа этого. Ага, он бежит рубить деревья. Да, мы на этом, в принципе, с вами и закончили в прошлой серии. Так, здесь нам никто не угрожает, поэтому больше некого бояться. Мы уже уничтожили здесь все порталы. И довольно-таки, я бы не сказал, что далеко, и не сказал бы, что близко до пирса нам добираться. Но, по крайней мере, монетки мы с вами здесь получим. Кроме того, мы обороняемся довольно прикольно, но недостаточно прикольно и недостаточно мощно. Мы это делаем с левой стороны, к сожалению. И как всегда у нас здесь есть возможность поставить всякие баллисты и вышки и все остальное. А с той стороны, к сожалению, такой возможности практически нет. Даже не знаю. Быть может, мы с вами продвинемся немножко в левую сторону еще. Денежки. Так, хорошо, денежки у нас есть. Слушай, а почему бы нам не поставить здесь еще одну ферму и не наколбасить нам еще немножко фермеров? Правильно? Смотрите, армия какая у нас. Ух. Так, куча баблоса. Так, убегаем, убегаем. Тут сейчас меня засыпят вообще. Одна голова будет торчать. Так, не сыпь мне золото, пожалуйста. Мне и так не хватает места ни на что. Так, казначей наш смылся. Хорошо, чувак поедает хлеб. А, держи. Два лучника у нас есть. И... А кто стоптал весь хлеб наш? Стоптали и свалили, 100%. Вот... Я знаю, что они это сделали. Только вот куда свалили? Что-то как-то не видать их на горизонте. Ладно, мы сейчас, если даже они свалили, то должны были уйти недалеко. И мы сейчас с вами просто возобновим хлебушек. Они придут еще раз топтать, а мы их тут как тут. И возьмем к себе в армию. Ага, чувачок, хватай. Так, хлеб наш не трогай. Ты уже наелся нашим золотишком. То ли 51-й, в общем, я не знаю, какой у нас день, но... Точно... Далеко. Мы с вами выживаем. И, в принципе, нормально справляемся. Так, погоди. Я бы хотел... Знаешь что? Поставить здесь... Нам одну. Вторую. Да. Кроме того... Поставить везде луки. Вот. А то сейчас голота придет... Будет требовать. Так, там одну баллисту мы поставили. Будем, наверное, потихонечку, полигонечку с вами перемещаться туда. Ну, как вы понимаете, да, друзья, как-то игра себя очень непонятно ведет, потому что у нас куча всего здесь. И, опять же, скорее всего, это все на это влияет натыканная, напиханная... Тыква везде.
Вот именно это. А может и армия. Не знаю. В общем, как-то будем так с вами справляться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неприятно, конечно, но... Сорян, господа и дамы. Сорянчик. Так, давай тут поставим. Хлобындысь. Хорошо. И вот здесь, видите, вот поменьше всего и как-то более плавно идет. Ага, чувак очередной бежит. Хорошо. Лучники. Ох, блин, какая же у вас здесь армия. Сколько же у нас тут денег? Это просто какая-то жесть. Так, тут будем рубить. По-прежнему, да? Так, хорошо. Ты, чувак, пожалуйста, присоединяйся к нам. Мы тебя ждем. Ну и они пускай там справляются, а мы пока будем подрубать вот эти деревья все. Я думаю, что так будет более-менее нормально. А потом просто-напросто с вами переместимся на левую сторону и будем что-то там уже решать. Как-то. Единственное, что там пару деревьев, конечно, и потом сразу же идет у нас статуя лучника. То есть бафы. А после нее вот я не помню даже. Есть ли там возможность поставить хотя бы стену? Но то, что там нет возможности поставить даже баллисты, это я точно знаю. Так что... Без понятия, как мы будем выкручиваться в таком случае. Но наши дровосеки бегут. И это хорошо. Еще и монеток нам притарабанили. 4 штучки. Еще один чувак. Открылся портальчик, как вы слышали. Так, чуваки, вы только не убегайте, пожалуйста, а то нам тут еще рубить и рубить. Дофига всего. А, мы же с вами уничтожим таким образом... Да, лагерь. Ах, блин. Что-то я совсем про это забыл. И пока он не исчезнет, мы дальше не продвинемся с вами. Пичальдос. Ну, один лагерь у нас, в принципе, есть еще с левой стороны. Так что оттуда могут приходить. И будет как-то понапряженнее у нас ситуация. Потому что реально армия просто у нас неисчисляемая. Скажем так. Так, эти два я не могу убрать, что ли? Серьезно? Почему? Он не же недалеко. А, теперь могу. Хорошо. Такс. И все, походу, да? Ну ладно. Что там, сколько нам еще остается? Ой, дофига. Дофига деревьев рубить. Будет пустыня у нас здесь. Прям вот пустыня пустыней. Степь, скорее всего. Так, хорошо, рубим это еще. Сейчас это должно появиться. Давай, 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 давай. Продвигаемся потихоньку. Я вообще без понятия, как вы понимаете, друзья, что там творится с левой стороны. Мы же там вообще пробили нашу оборону и уже маманьки гуляют на территории нашего королевства. Держат, вполне могут держать вверх ногами нашего казначея и вытрясывать из него деньги. А мелкие засранцы... С тыквами на головах. Их подбирают.
Слушай, у нас кровавая, что ли? Да, не похоже. Так, ладно, я думаю, что здесь нам более чем достаточно и хватит. И, как я говорил, в прошлой серии я не буду ставить никаких стен, ничего такого с правой стороны, потому что наши лучники и наша армия постоянно перебегают с одного места на другое. А если я очень далеко поставлю заграждение и стену именно с правой стороны, с безопасной, да, то они пока будут добегать, пройдет дофига просто дней. И не хочется просто, чтобы они устали и не добежали. Так, давай вот так сделаем. Хорошулька. И теперь нам нужно убежать вот сюда. Посмотреть, что там творится вообще с этой стороны. Тут уже, наверное, чуваков голодных. Да, смотри. Она приходила. Куда ты, дружок? Не, никуда не уйдешь. Нифига у тебя не получится. Давай поставим еще усиление стен. Хорошо. Нам все равно сейчас насыпят опять. Да фига деньжищ. А, смотри, у нас лучница даже не активирована. Ох, блин, сейчас будет туго. Маманьки, вас сколько тут? Четыре? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Краши их, ребята, краши! Краши, засранцев! Вау-вау-вау! Вот это уже поопаснее. Ну да, я слишком увлекся, получается, лесом с правой стороны. Ага, мы справились. Хорошо. Ох. Так, чудно. Чудно, конечно, что мы справились, но теперь нам придется восстанавливать как минимум наших... А нет, смотри, вот здесь можно поставить запросто, получается, да? Давай, наверное, вот эти деревья поубираем. Здесь можно еще баллисту поставить. Правда, не знаю, спасет она нас или нет. Ну, дальше лучше, конечно, не соваться вообще. Не соваться, не рыпаться. Да, одна стена будет. Ну, здесь классно, что их две. Вот прям одна возле другой. Это реально прикольно. Даже вот это усиление наших стен не помогло. Ну, конечно, четыре мамоньки пришло. Ты что, о чем вообще? Давай покушаем. И нам нужно с рачником поставить один молоток хотя бы. А давай два сразу поставим. Вот. Хорошо. И они там уже сами себе разберутся. Так, кто-то справа... Слева, вернее, идут. Вроде бы чуваки, да? Должны идти, по крайней мере. Может, кто-то добрепежит. Давайте потрясем, наверное, наших колхозников тут. Ага. Хорошо, ты еще, дружочек. Сипай, сипай. Как же классно, когда нет проблем вообще с финансированием нашего королевства, да? Что-то я там поставил, слушай, тут еще есть. Забыл совсем об этой. И тут вроде где-то тоже должна быть, да? Вот, видите, они перебегают с одного места на другое. И если я там доберусь максимально, то будет очень... А, тут еще есть, смотри. Очень печальдосина.
Так, погнали назад. Здесь мы справились. Опс, хорошо. Так. Никто пока что не пришел, не прибег. Меня волнует один вопрос. Восстановили ли они стену здесь? Во-первых. А во-вторых, хватает ли нам здесь ремонтников, чтобы один был, да? В принципе, все есть. Хорошо. Чудненько, чудненько. А, погоди. Чё ж я сюда приперся, если у нас нет с вами катапульты? Вот это я даю. 54-й, по-моему, день. Катапульту-то надо поставить, правильно? Правильно. Так, и снабдить, наверное, нашего казначея еще. А вот и зимушка пришла. Напомню, друзья, что на пятом острове, на последнем, самом сложном, на котором мы сейчас выживаем, зима приходит вообще в два раза... В два, а то и в три раза позднее, чем на первом острове. Так, чувак, булку не жрать. Но все равно, даже когда они не съедают, у нас, видите, появляется возможность кого-то притарабанить нам. Так, сколько у нас там? Два ремонтника, да? Один перебежал, третий перебежал. Давай лучников еще поставим, двоих. Пускай будут. Так, здесь у нас больше нет возможностей. Хорошо, и зима вовсю. Глянь. Катапульта довольно медленно, конечно, будет доезжать. И пока она доедет, нас вполне могут порубить на куски. Давай-ка сгоняем еще, активируем. До троечки. Ага. Как раз покушает наш броненосец Потемкин. Так, и в принципе здесь можно было бы стену еще одну поставить, да? И здесь сделать баллисту. А, еще одна баллиста не помешает. Вполне. Вполне себе было бы ничего. Но пока что я не буду рисковать. И лучше смотаюсь... Это вот сюда. Давай здесь поставим. Хорошо. И чё у нас? И чё у нас? Печка есть. Рыцаря 2, 3. С левой стороны есть. С правой стороны. Они нам не нужны. Так, везде броню держим с вами вообще. Просто идеально. Давайте двоих, наверное, еще. Кто придет, там колхозники еще дополнительно будут. Правда, я не знаю, куда я буду девать все деньги. Они, наверное, будут падать в речку. И, скорее всего, вам на это больно смотреть. Особенно тем, кто еще не прошел игру полностью, да? Скажите, блин, ну ты гонишь столько денег. Вообще, мне бы там хотя бы 3 или каких-то 5 монеток для того, чтобы сделать то, что я хочу сделать. Да, сыпят, сыпят. Давай, сыпай, сыпай. Сыпай, никуда не денусь.
Вот теперь реально зима. Да? Да? Смотрите, как вот... Хочу поделиться просто с вами своим наблюдением, как совпало, да? Наше выживание с... и с зимой вовремя, и с обновлением Хэллоуина Spooky Lands. Слушай, у нас денечек, а я что-то стою и ничего не делаю. Ух ты, блин. Игра, пожалуйста, не надо так делать. Сейчас мы поставим с вами здесь еще вышку. Хотя бы уровня там третьего, да? Или какого? Какой придется. А есть у нас вообще ремонтники? Вроде бы как бежит. Ладненько, я предлагаю, друзья, наверное, продолжить вышку ставить уже в следующей серии. Ссылка на плейлист в описании под видео. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Потому что сейчас будет немножко гекать. Гекать игрушка. И увидимся в следующей серии. И в других видео тоже я вас буду очень ждать. И пока. Пока.